На рубеже 3 и 4 веков от Рождества Христова жил молодой человек по имени Луб. Был он верным служителем святого великомученика Димитрия Солунского. После того, как казнили язычники его господина, Луб собрал одежды и кровь его, снял с его пальца императорский перстень, орошенный кровью, и с этими святынями, с именем Солунского великомученика на устах, стал совершать в Солуне множественные чудеса, исцеляя недужных. Тем самым обращал он язычников ко Христовой вере, вере, за которую претерпел мучения и смерть его возлюбленный господин. Но и на этом святой Луб не остановился. Он разгромил в Солуне многих идолов, чем еще более наверг на себя гнев язычников. Но сила Божия сохранила святого праведника. После того, как святой Луб показал мучителям всю тщетность их усилий, ведь за ним стоит истинный Господь Бог, он сам добровольно предал себя в руки палачей, чтобы, как его господин, святой Димитрий Солунский, принять мученический венец и обрести вечное Царствие Небесное. По приказу императора Максимиана Галерия святой мученик был усечен мечом. Пятое сентября. День памяти святого мученика Луба.